Охереть! Ты чё, аккумулятора на сколько хватает? Если тошнить километров 25-30, то 80 спокойно можно проехать. Офигеть! Нифига себе! У меня эта штука еле-еле там 60 километров. У тебя получается мощнее и быстрее. Охереть! А как ты ее управляешь? То же самое, как и ты на велике. Ты, чтобы ехать, педальки крутишь, а я давлю вперед, чтобы ехать. И равновесие то же самое появляется. Офигеть! То есть эта штука, это какой тут космос просто. И шлем у тебя классный. Надо мне тоже шлем, а то я сегодня, короче, тут в аварию попал. Ладно, надо бы, надо бы. И, короче, ты реально 40 гоняешь на этой штуке. Ну, по ночам, если только. У меня средняя скорость 15-20 километров по, ну, по пешеходке. И по дорогам ездишь? Когда как. Ну, знаешь, там где какие-нибудь маленькие межсети. Слушай, ну ям же полно, ямы всякая, вот это осторожно. Так оно спокойно все проходит. Это космос просто, это просто фантастика. Слушай, ну я поеду отвозить заказы. Я сейчас не в Яндексе, мне Яндекс очень что-то не понравился. Я сейчас в этом, Top Go, короче, называется. Top Go. Вот, вот посмотри, короче, вот оно называется. Top Go. Ну это пятерочка перекресток. Оплата у них, короче, 140 рублей за заказ фиксирована. Но единственное, что тяжелые заказы бывают. Ну у тебя две сумки, тебе закидал, да поехал. У меня там аккумуляторы в этой сумке. Блин, ну это вообще, это супер мобильная штука. Вот это реально средство мобильности просто. Ты просто как из космоса вообще. Это, блин, охотники за привидениями просто. А вот я сегодня 58 километров проехал, у меня 35% осталось. Охуеть, ты 58 километров проехал на этой штуке. Ты со скольки катаешься? С 10 утра? Нет. А? С 6. С 6 утра? Нет, с 6 вечера. А, с 6 вечера? Нихера себе, да ты накатал. Слушай, у меня столько пробег за день, дай бог. Это ты в Яндекс.Еде? И где они тебя столько гоняют? По всему городу? Да. Сука, они в Академ тоже гонят. Ну, я туда пока не заезжал, чтобы так прям целенаправленно. Заказы меня туда не кидали. А ты там как вело оформлен? Да, электровел. Как электровел, да? Ну, можно переключать же. Езжай, да. 58 километров! Как раз зеленый будет. Охуеть вообще. Ладно, короче, давай это, успехов. Это просто, ну, надо тебе на YouTube выставиться, народ может денег скинет. Так, блин. На автомобиль нормально. У меня, не, зачем, у меня нет прав. А канал я и так свой веду. Каждый раз с доставок закидываю, все монтирую. Права это, и что, люди смотрят? Иногда. Объявляй донаты, пусть донаты кидают. Давай, зеленый. Ага, пока. Ладно, все это. Объявляй донаты. Объявляю донаты. Сбор на новый телефон.